Ё-моё, дисконнект. А что это, экстра лайф за 28 робуксов? Ребята, давайте купим экстра лайф. Я купил дополнительную жизнь, ребята. Гроза, всем привет, с вами я, GR2 Roblox. И сегодня мы будем играть в Twist and Shape Horror. Но это еще не страшно. Я удивился, когда в эту игру добавили мою химичку. Ну, я сам в офиге. Ну, и главное слово в этой игре это cheese. Нам надо целых 30 раз послушать это слово, прежде чем начать. Так, и, кстати, мою химичку звали Лариса. Так, здесь есть опасная зона. Ну, я хочу посмотреть на свою химичку. Потому что, по словам одноклассников, я должен офигеть. Химичка, ты где? Ой, я ее слышу уже. Топает, как муха. Химичка, нет! Я сам тебя потом в тетради. Давайте уже по-серьезному. Мы же не маленькие дети. Я вообще в 9 классе. Так что погнали искать сыры. Ой, Лариса, не убивай меня, пожалуйста. Лариса, где сыры? Лариса, я не брал у тебя твой сыр рождественский. Я не ем твой сыр. Сыр, Лариса, не надо сыр. А, Лариса. О, я сбежал от Ларисы, блин. А. Так, подожди пока. Берем быстро мой сыр. Берем ключик и сваливаем отсюда нафиг. Ненавижу свою химичку Ларису. Она достала, мне постоянно двойки ставят. У меня по химии 2 с минусом выходит, вы издеваетесь. Второй сыр. Not bad. Неплохо. Блин, а я неплохой, я же говорю, что профессионал. Посмотрите, у меня, блин, я весь зеленый и красный, покраснел уже от стыда, химичка. Когда ты поешь на фитнес, ё-моё, химичка, ты похожа на крысу. Ребят, я не знаю, но у меня где-то заперла химичка. Так, есть такие высокие полки. Почему такой малыш? И почему все мигает? Так, есть какой-то чел на себя со мной, блин. Так, тут говорят записать ход. Код, ну, я знаю то, что химичка никогда не блистала умом и оставила здесь код. Блин! Ладно, давайте напишем дату моего рождения. Так, Ой, убери красный ключ. 2004. Блин, это правильно. Я так и знал, ё-моё. Это какой-то очень длинный коридор с лампами. Что, химичка, я тебе сломаю эти лампы. И откуда у тебя вместо химии появилась технология? Я думал, ты только химию в школе изучала. Так. Пока ничего страшного не слышу, видимо, она там спит. Но если бы она спала, храбы был слышен. Ребята, это дискотека у маркера, что? Я думал, маркер забросил дискотеки и стал заниматься фиг узнает чем, ладно? Так, я поднялся над пропастью. Ребята, моя химичка заставила это... Мне убийца, она занимается самоубийством, блин, чтоб я сдох, я так и знал. Химичка, жди полиции дома. А что это, экстра лайф за 28 робуксов? Ребята, давайте купим экстра лайф. Я купил дополнительную жизнь, ребята. Пойдемте к рыси Ларисе и отнесем ей эту дополнительную жизнь, ё-моё. Ребята, я донатер. Я потратил на это 28 робуксов. Я потратил на это 28 робуксов! Ребята, задоньте мне кто-нибудь, а? Я все свои робуксы на это трачу. Кажется, деньги с ванной карточки скоро уйдут. Что? Она опять появилась? Ребята, у меня экстра жизнь, так что ты тут это... Молчи, у меня дополнительная жизнь. Криса, Лариса, ё-моё, ты меня не убьёшь. Я теперь бессмертная, Лариса, а ты что думала? Да я сам теперь тебя в школу буду вызывать. Я бессмертный, как Человек-паук из ОПГНОСТа, ё-моё. Ну не зря я купил экстру жизнь за 28 робуксов, но мне придется последние деньги на еду доширак 350 рублей. Потратить, блин, не на дошираки, а на...
капитальная пропасть. А я хотел копить. А... Лариса, где появился Лариса? Что это за паркур? Ты физика наняла, чтобы он тебе паркур построил? Лариса, я так и думал, то, что ты вообще паркуры не умеешь строить. Ребята, на самом деле паркуры легкие. Я не знаю, что хуя бомба здесь не справился. 4 сыра, ё-моё, плюс экстра жизни, и уже получается 5 сыров. Это уже такой нехилый результат. Осталось найти только красную дверь. Так, здесь ее нету. И я пока не слышу крысу Ларису. Лариса, надеюсь, ты меня не убьешь. Пустите меня. Я заплатил 28 робоксов, ребята. И они меня не пускают за 28 робоксов. О, красная дверь. Так, здесь я видел запертого человека и одну доску. Давай, человек, проходи, я тебя освобожу. Я ненавижу, когда дети сидят в подвалах, особенно у физрука. Лариса, мне страшно. Я увольняюсь. Я больше не буду ходить на твои уроки, Лариса. Чёрик, где-то я тебя видел. Напишите в комментариях тайм-код, где я его видел. А чё, а почему бы и нет? Можешь попасть на мой стрим, подписывайся, и он скоро будет, потому что они очень часто. Я так и знал то, что ты крыса, потому что ты постоянно живешь здесь, и я так и знал то, что ты крыса. Мир, и теперь я могу пройтись по доске, а не сделать свет. Главное, не говори маме то, что я такие слова знаю. Мама, зачем ты мои видео смотришь? Теперь осталось только найти проход в крысу Ларису. И теперь мы сможем выбраться от этой крысы, потому что у меня синий ключ, ё-моё. А синим ключом совершаются все самые умные поступки. Вы не знали? Я тоже, я только что придумал. Знал, что ты не женщина, ё-моё, у тебя такой голос смешной. Очень. Рыжала одна. Где рыжал один сын крысы Ларисы? Его звали. Как тебя зовут? Ребята, у нас 3 секунды, чтобы убегать. 3 секунды, 3 секунды. Ребята, 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 убегаем. Но если крысу Ларису я встречу, то я сдохну. Ребята, бежим, бежим, быстрей. Меня Лариса схавает. Быстрее! Ты кто? Ты же мой подписчик, молчи. Всё, попытка номер 2. Ребята, берем. Ребята, идет время быстро. У меня вторая попытка. Я бизнес-вумен. Так, сюда, сюда нельзя заходить. Значит, идем сюда. Я не могу куда-нибудь, куда-нибудь. Пойду сюда, пойду сюда. А, ребята, это не та комната. Я не туда пошел. Ребята, я не туда иду. Я не туда пошел, ребята. Не, у меня еще есть шанс. Шанс, шанс. У меня есть шанс еще. Ребята, я не сойду. Мои подписчики. Ребята, я купил. Да, напишем ему. Он спрашивает, стрим будет, но... Стрима не будет, я пожертвовал этим, блин. Девочка, вы... Ой, то есть попытка номер 3. Ребят, ну если ой, я 3. Сейчас опять сдохну, я не знаю. Я удаляю свой пертюб канал и перехожу полностью в Zen. Кстати, подписывайтесь, у меня там уже один подписчик. Видео выходит раз в 10 месяцев. И, короче, это очень интересно мне там. Попытка номер 3. Я устала монтировать, и, короче, все вырезаю. Ребята, я теперь понял, где я нахожусь. Так, идем за этой штукой. Так, она длится туда. А туда мы не должны идти. Так, значит, мы идем вот сюда. Так, значит, мы вот так поворачиваем вот сюда. Я говорю, я профессионал. Так, и мы идем. Ребята, крыса Ларисы. 79, я кул. Я классный, вы знали? Я сам не знал. Так, ребята, нам осталось теперь пойти обратно. Смотрите, у меня есть такой ключик и такой ключик. Я все ключики собрал, а теперь пойдем. О, Лариса! Ты куда? Я игру прошел. Нет, я не прошел, меня обманули. Это мне осталось найти последних 2 сыра. Кто хочет, чтобы я записал вторую часть, то пишите, потому что есть вторая часть этой игры. И спасибо тебе, Лариса тупая. О, умная. Я же знаю то, что она умная, ребята. Мне не кажется, или я мажор потратил на какую-то ерунду. Кто хочет, чтобы я маркера видео позвал? Маркер, если ты это видишь, то пожалуйста. А, снимем видео на мой канал, а, длинная. Я тебя хотел позвать, но не решился. Потому что у тебя маркерские дела, там, порисовать, попить чай с карандашами. Ну, сами понимаете, это... Это... Да.
Это такая проблемка, я не могу найти последний сыр, ребята. Ларис, пошла нафиг, я тебя люблю. Я же люблю химичек, да? А химичек там всякое, ребята, а это обе такое. А убеги от крысы челлендж. Это не чисто хип-хоррор, а убеги от крысы челлендж. Блин, я убила крыса. Короче, ребят, у меня есть идея. Ребята, это такой торжественный момент. Я думала, что я не пройду, но я прошла. И, короче, я прошла, ребята. Я думала, мне надо расстаться с маркером, потому что я его боюсь. Бомбы шоколадка. Я не понимаю, что. Короче, ребята, это напоминает мне мой домик. Ладно, пойдемте. Один раз прошла игру. Эх, какое классное небо. О, вот дома как у Спанч Боба, только здесь нету, да? О, Лариса! Это Лариса! Ё-моё! Дисконнект! Ребята, я видел это на стриме Хульбам, я думал, не испугаюсь. Не обосру... Но я обосрался. Извините. Теперь будем проходить игру про Ларису вторую часть.